Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Душко. Я журналист. Сегодня у меня в гостях Игорь Петренко, политолог. Игорь, здравствуйте. Приветствую вас. Сегодня будем говорить о гибридном трибунале. Что ждет Кабаеву после кончины Путина? И Китай готов воевать. А также обо многом другом, но сразу после того, как мы ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что короткие блиц-интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И вот такой вопрос интересует зрителя. Ядерное оружие в Беларуси – это пугалка для Польши или поднятие настроения внутреннему зрителю? Наверное, и то, и то. И даже не только для Польши. Польша, думаю, уже давно не боится, скажем, Российская Федерация. Она решительна в поддержке, скажем, Украины и в том, чтобы сделать все возможное, чтобы остановить Российскую Федерацию в Украине. Это больше, скажем так, для Европейского Союза, для тех, кто еще там боится. Может, Германия, Франция. Ну, еще некоторые страны, скажем, Западной Европы, которые боятся. Вот так, наверное. То есть еще есть люди, которые до сих пор верят, что Путин их пытался заморозить, но у них не получилось. Путин пытался то, но у него не получилось. Путин пытался все, но у него не получилось. И тут он все-таки применит ядерное оружие. Не, я, ну, скажем так, возможно, они не думают о том, что он там применит, и там прям так этого, скажем, напрямую боятся, но для них эта риторика вызывает волнение определенное. И мы же должны понимать, что эти волнения, они есть у людей, у граждан, да, которые не очень хотят разбираться в этом вопросе. То есть они волнуются, это сказывается на политиках, политики должны реагировать. Вот, скорее всего, такой, как бы, ну, вот, расчет. То есть Путин тратит сейчас миллионы или, наверное, миллиарды рублей на то, чтобы напугать 3-4% европейцев, а не на то, чтобы... Приблизительно так, да. Плюс он еще создает, скажем, стимул реакции. Вот он создает стимул, на который должна быть реакция, в том числе и в НАТО. Это тоже, скажем, определенные дискуссии, это разговоры, это ресурсы. Ну, скажем, в любом случае, если будет вот тактическое ядерное оружие в Беларуси, это предусматривает усиление стран НАТО, соседствующих с Беларусью, как минимум. Вот, поэтому это тоже расходы, и, очевидно, это тоже будет вызывать определенные, скажем, негативные такие моменты. То есть здесь вопрос не только, скажем, прямого страха, ну и вопрос ресурсов, которые вынуждены будут тратить страны как реакцию на такие действия Путина. С Китаем Путин обговаривал подобный ход? Ой, это вообще замечательная история на самом деле. Я думаю, что Китай очень негативен был в оценке такого хода Российской Федерации. Если вы помните, Китай вообще выдвинул идею, что слушайте, а давайте, скажем, вообще отказываться от ядерного оружия, возможно, там даже говорить о создании какой-то международной организации, которая будет, скажем, распоряжаться вот этим вот ядерным оружием, и оно может быть использовано только, когда будет угроза планете Земле, а не на планете Земле с разными странами. Поэтому я думаю, что у них как бы негативная оценка. Вот, они сейчас понимают, что это, скорее всего, риторика именно. Плюс они понимают, что, ну, между словами и действиями здесь может быть, скажем, временной какой-то промежуток, но я уверен, что Си Цзиньпин, он очень четко дал понять Путину, что ядерное оружие – это не то, с чем нужно, скажем, шутки шутить, и что Китай, он не будет поддерживать Российскую Федерацию точно в этом. Китай, наоборот, он занял для себя выгодную позицию, он миротворец. А еще он пытается снять острую проблему, скажем, ядерного оружия, и Китай, я думаю, ориентирован на заключение нового соглашения, более широкого, нежели было вот это вот между Россией и Соединенными Штатами Америки. И Китай готов, я думаю, к инициации такого соглашения и привлечению туда Пакистана, Индии, то есть, ну и других стран. Поэтому, ну, ему точно не на руку, и он будет негативно оценивать действия Путина, любые, которые будут касаться ядерного оружия в том или ином виде. Можно сказать, что Китай запретил Путину ввести ядерное оружие в Беларусь? Ну, скорее всего, напрямую, может, и не запретил, но дал понятие, что он будет вынужден, ну, негативную какую-то давать оценку, и это будет сказываться на их, как бы, отношениях. Я думаю, вот в таком ключе, да. Путин доволен встречей с Си Цзиньпинем? Хороший вопрос, на самом деле.
Смотрите, я думаю, что он доволен. Ну, во-первых, это событие года для России. Да? Россия пребывает в изоляции, сам Путин, то есть никто особо не хочет встречаться, там общаться и так далее, понятное дело. Но те уступки, на которые он вынужден был пойти ради этой встречи, я думаю, что они у него оставляют осадок. Он же не идиот полный. Он прекрасно понимает, что он становится все больше зависим от Китая, что он уже согласился во внешней торговле юанями рассчитываться, что он вынужден делать скидки на ресурсы, а взамен он от Китая что получает? Что их там поддержки нет, но вы держитесь, да, перефразируя. Вот, ну да, вот мы там, значит, против логики холодной войны, ну окей, чем поможет это России, не знаю. Вот, плюс, если говорить даже вот этот мирный план Китая, там же первый пункт, он категорически неприемлем для Российской Федерации. То есть уважение к суверенитету, территориальной целостности выгодно Китаю, потому что у него есть Тайвань. Выгодно Украине, потому что у нас часть территории оккупирована Российской Федерацией, но абсолютно не выгодно Российской Федерации, которая оккупирует эти территории. Поэтому я думаю, что он ну, на публику там говорит, ай-яй, какая дружба, как хорошо, а в целом он понимает, ну, что пока он проигрывает и фактически ложится под Китай, я думаю, что это ему не очень нравится. То есть Путин продаст часть России или отдаст часть России Китаю только для того, чтобы китайский лидер прилетел и улетел из России. Ну, если грубо говоря, да, и территория, вот здесь не идет речь о по территориях, а часть интереса России, вот это правильная формулировка, да, а уже отдал и будет отдавать, скажем, еще больше. Но самое главное, мы должны понимать, что Китай, он не способен дать России то, что может ей помочь в войне с Украиной. Ну, во-первых, оружия это нет, там не ракеты и так далее. А если говорить, самый главный запрос России – это технологии, технологически. Вот его отрезали практически полностью от западного мира. Китай не способен ему заместить это. Вот. И поэтому, ну, скажем, очень неравноценный обмен идет сейчас между Россией и Китаем. Очень. Страны НАТО готовы на случай Третьей мировой войны или оружия таки не хватит? Ну, смотрите, значит, по Третьей мировой войне никто абсолютно в этом не заинтересован. То есть это может быть больная фантазия Медведева, алкоголика, там, Захаровой. Ну, она и то такого не скажет, поскольку она как бы официальное лицо, хотя Медведев тоже официальное лицо, но видите, там градация, наверное, она немножко, скажем так, разная. Это может быть Соловьев там рассказывать, Скобеева, Симонян там и вся остальная вот эта вот нечисть российских пропагандистов. Но в целом это абсолютно, ну, никто в этом не заинтересован, ни Китай не заинтересован, не заинтересован. Запад в целом для Китая, он, скажем, может, не отбрасывает, мы об этом, наверное, еще поговорим, да, возможно, скажем, военного какого-то столкновения, но чем позже это случится, тем лучше. Вот такой, скажем, подход. Если говорить о готовности, смотрите, значит, нападение Путина на Украину, полномасштабное вторжение, оно, значит, запустило процесс переосмысления системы безопасности, перевооружения, перераспределение сил и ресурсов военных для сдерживания, и они станут, уже стали еще крепче, скажем, и более готовы, да, к любым провокациям и условной там Третьей мировой. И в ближайшее время, я думаю, лет 5-10 еще сильнее, и я думаю, вообще это как бы сведет потенциальную угрозу для них какого-то там нападения, эскалации к минимуму. И все благодаря Путину. Спасибо. Давайте перейдем к теперь вопросам, которые нас интересовали последнюю неделю. И, наверное, вот заявление Зеленского, да, о том, что он желает Путину провести время вместо туалета с ведром и так далее, и так далее, и так далее. И вот на этом фоне говорят о гибридном трибунале. Чтобы трибунал был не в Украине, не был он только в Гааге, чтобы был какой-то гибридный трибунал, в том числе и США. И вот некоторые специалисты боятся, что подобный трибунал, расширенный, гибридный, с люфтом Соединенных Штатов, может не привлечь к ответственности Путина, может на что-то поменять свободу Путину. Нет, вряд ли. Вот в этой ситуации вряд ли. Я думаю, даже изменение, скажем, истеблишмента в Соединенных Штатах Америки вряд ли к этому, скажем, приведет. Они на это пойдут. Но для них позиционирование Путина и ну, внутри Соединенных Штатов Америки, оно, в принципе, скажем, практически одинаково. Они могут там рассказывать о том, что мы там быстренько мир можем принести, как там Трамп заявляет и все остальное. Вот, но оценки там и дружбы какой-то с Путиным вряд ли она может произойти. Люфт, скорее всего, им нужен для того, чтобы там поменьше каких-то обязательств где-то в чем-то взять, да, где-то меньше за что-то вписаться. Ну, плюс оставляют возможность нормализации
отношений с Россией, но не при Путине. При смене режима, допустим, если это будет не кардинальная смена, ну, уйдет там Путин, станет условно Мишустин. Вот им нужен тоже будет какой-то, скажем, люфт, который они могут сыграть. То есть это абсолютно такой прагматический подход. И мы же прекрасно понимаем, что страны, которые подписывают и входят в этот трибунал, они берут на себя обязательства. Обязательства и по задержанию, обязательства и, скажем, по соответствующим, выстраиванию соответствующих отношений с Российской Федерацией. Поэтому, безусловно, ну, тут без, скажем, вот этих вот люфтов, скорее всего, не обойдемся. Но если этот процесс уже будет запущен, то ну, это все равно очень серьезный будет удар. Пускай он будет там продолжительный. Ну и плюс смотрите, что рассмотрение дел против Российской Федерации и ее чиновников, она будет проходить не только в этом трибунале. Опять же, смотрите, этот трибунал в первую очередь он создается для рассмотрения преступления и агрессии. А дальше ГАГа как работала, так и работает. МКС как работала, так и работает. Вот, поэтому здесь, скажем, наоборот, мы расширяем инструментарий. И пускай, да, возможно, мы будем оставлять какие-то вот эти вот люфты для других стран. Сам факт того, что он начнет как бы уже работать, это уже большая победа будет для нас. Давайте поговорим о тех, кто пострадает от этого суда или трибунала. Да? Путина либо посадят, либо свои же умножат на ноль. Тут у нас два варианта. Ну, какой-то, может быть, еще там, может быть, монетка в воздухе застрянет, что изменится, не знаю. В этом случае, что ждет госпожу Кабаеву? Ну, смотрите, значит, против нее уже введены санкции, но будет ли какой-то там состав преступления, и она как подсудимая в этом трибунале, скорее всего, нет. Тут речь, наверное, будет идти уже о том, какие гарантии безопасности сможет получить Путин внутри России. А все зависит от того, как он кончит. Да? Если его свои же, скажем, убьют, я думаю, что ее ждет процесс, как это у нас называется, раскуркулывание. Да? Ну, мы же понимаем, что у них там достаточно много разных, скажем, богатств, полученных на нее там записано. Ну, вы смотрели все эти тоже наши зрители, думаю, расследования. Вот, поэтому, скорее всего, просто поделят, заберут. А, ну, ей, если дадут возможность выехать со страны куда-то, ну и хорошо. Ну, сложно предусмотреть, в какую. Ну, может, какие-то там Арабские Эмираты, где-то в Дубае где-то, не знаю, куда-то. Может, кто-то другой приютит. Может, скажем, в Китае. Но в любом случае, падение, скажем, Путина в том или ином виде, либо его убивает, либо его садят, скажем, в тюрьму, это напрямую скажется на благополучие госпожи, скажем, Кабаевой, ее детей и все остальное. Если же Путин все-таки имеет, скажем, ум, он бы тогда пошел, скорее всего, на смену режима, ну, скажем, правителя, да, и под какие-то гарантии, как в свое время делал Назарбаев, допустим, в Казахстане. И мы помним, да, там были волнения, много было нападок, но как бы там ни было, да, какие-то были тоже аресты, там, с окружения семьи Назарбаева. Ну, в принципе, это все для них закончилось ничем, но немножко там больше поделили, чуть больше там забрали, да, влияние на нефть, газ, самые прибыльные, скажем, такие вот сферы. Вот если он сможет договориться получить эти гарантии, это хорошо. Но я думаю, что для Путина тут гарантии как раз ему внутренние нужны. Внешние гарантии сомневаюсь, что ему кто-то даст. Ну, может, Си Цзиньпин, конечно, может его пустить. Но опять же, какой ему будет в этом интерес, тем более, что Китай, он действует абсолютно прагматически. Вот он играет, ну, за себя, а не за кого-нибудь другого. А вот как будет делиться вот это все майно, как это по-русски? Имущество, да. Имущество, спасибо большое. Как будет делиться это все имущество, деньги Путина, а главное, кто будет делить? Опять же, смотрите, будет ли декомпозиция Российской Федерации, то есть будут ли какие-то субъекты Федерации становиться независимыми? Это один подход. Тогда, конечно, они будут консолидировать исключительно на себя самые денежные главные потоки. Если остается такой же централизированный подход, когда в Москву все там стекается, то все эти потоки, они однозначно будут перераспределены, скажем, семьей нового там преемника. Это не сразу, возможно, произойдет. Так же, как вот было с Токаевым. Ну, точно-точно, смотрите. Токаев пришел, сколько там прошло? 3-4 или 5 там год, да, после лет, того? Кажется. 5 лет, да. После Назарбаева. И он использовал удобный случай ослабления влияния Назарбаева и, скажем, запрос общества определенный, да, вот это все негативные такие моменты для его ослабления. Абсолютно такой же вариант. То есть это характерно для всех авторитарных государств. А в ситуации, а смотрите, это же мы, Назарбаев,
он имеет внешнюю легитимность, к нему нету претензий в там Гааге, какие-то там судах, он не является подозреваемым в преступлениях против человечества, там еще чего-то, а Путин является, то есть он еще больше, скажем, ослаблен, и для него всегда будет риск, ему всегда могут сказать: слышь, ты отдай это, а то мы тебя дадим в Гаагу. Вот такой может быть, скажем, подход. Тут же никто не будет с этим считаться особо. И, а в ситуации, смотрите, если экономическая ситуация будет усугубляться, если пирог, который сейчас они делят, будет еще уменьшаться, какие будут сентименты тогда к Путину насчет того, что мы там что-то тебе там обещали или нет? Я думаю, там вопрос будет очень прост. Или мы тебя выдаем, или сделаем все по-тихому. Перераспределим все по-тихому, вот так. Ну, то есть у Путина практически вот сейчас из угла выхода нет. Ну, у него есть выход какой? Если он сможет найти преемника, на которого он будет иметь контроль, какие-то рычаги влияния, я не знаю, это может быть компромат. Может он ему отравит его чем-то и будет ему противоядие там выдавать, там на 10 лет растянет. Ну, грубо говоря, вот такие какие-то варианты возможны, поскольку... Ну, а с этим согласятся, подожди, а вот с этим согласятся, с таким товарищем согласятся другие, вот те, кто в окружении, те, кто, наверное, спит и видит тоже, чтобы Путина слить куда-нибудь, там, Патрушевы всякие, возможно. Да, ну, смотрите, они могут согласиться, это как вариант того, что Путин забирает, типа, негатив, а они хоть как-то смогут там ослабить санкции, уйти из персональных санкций на какое-то время. Но это непродолжительно будет. Но в любом случае к этому вернуться. И я более чем уверен, что Россию ждет развенчивание культа Путина, так же, как это было там со Сталином, со всеми другими, скажем, генсеками. Вот. И альтернатив здесь особо как бы, ну, нет. Тем более, что ситуация с Путиным, она усугубляется. Он международный преступник. И никто не спустит это дело на тормозах. Это ситуация, которая будет, скажем, развиваться и дальше. И он будет слабый. Он слабый в любом случае. Он будет слабее всех автократов, которых мы видели до этого времени. Хорошо, давайте эту тему уже закрывать. Переходим к следующей. Китай готов воевать. Китайский лидер готовится к войне и призывает своих генералов осмелиться на бой, пишет американское издание Affairs. Ну вот, скажем так, это трудности перевода или реалий? Смотрите, я прочитал эту статью. Значит, за этим сенсационным оглавлением ничего особо не кроется. Даже выводов никаких особо не сделаешь ты с этой статьи, хотя издание, скажем, такое авторитетное. Суть сводится в чем? Если говорить о словах непосредственно Си, значит, Си, у них план перевооружения и, ну, скажем, увеличение технологизации, скажем, армии до 2049 года. Я вам могу сказать, что до 2049 года не ждите того, что Китай будет ввязываться в какие-то войны и драки. Вот, поэтому то, что он говорил, это было, скажем, вырвано из контекста, и оно касалось тому, что, ну, мы должны готовы быть, скажем, к бою. Это абсолютно не означает и не означало, что он имел в виду, что они будут агрессивно себя вести, на кого-то, скажем, нападать. Скорее всего, это речь идет о том, что они, скажем, будут себя защищать. Вот, и просто этот вопрос того, что им нужно перевооружиться, сделать свою армию более сильной и современной. Вот, в принципе, это самая главная квинтэссенция его слов. Плюс он прекрасно понимает, что армия Китая, она многочисленна. У нее есть очень много видов разного вооружения, но технологически они пока не сравняются с армией другого мира. Даже посмотреть на траты Китая на армию и Соединенных Штатов Америки. Штаты в разы больше тратят на свою армию, свою обороноспособность. Это для того, чтобы просто, скажем, люди понимали. И они не имеют боевого опыта, в отличие. Ну, то есть Китай уже на протяжении лет 50, наверное, он вообще не встрет ни в какие конфликты, не использует, скажем, свою армию. То есть мы должны в этом понимать. У нас же был уже прецедент со второй армией мира, и видим, чем это, скажем, закончилось. А Си Цзиньпин, он все-таки тоже это видит. Поэтому квинтэссенция того, что говорил Си Цзиньпин, это то, что армию нужно усовершенствовать, да, чтобы она была готова дать бой в случае агрессии против Китая, но это абсолютно не означает, что Китай будет выступать этим агрессором. То есть получается, что смотря на войну в Украине, Китай сделал определенные выставки, помогайте мне, извините, выводы, еще раз. Выводы, да. Выводы, да. Сделал определенные выводы, что их оружие значительно слабее, чем оружие Запада, и только они хотели бы вести войну. Россия показала это, что так уже никто не воюет.
Да, абсолютно. Они очень пристально следят за боевыми действиями в Украине, делают выводы. Под это они тоже будут менять свою модернизацию своей, скажем, армии. Дальше они прекрасно понимают, что, ну, допустим, взять тот же Тайвань будет очень сложно, ну, учитывая, скажите, настроение, которое там существует, и под это они тоже, скажем, ну, делают выводы. И плюс Китай прекрасно понимает, что он имеет хорошие прецеденты экономической экспансии. Вот он бы хотел, наверное, чтобы эта экспансия, она конвертировалась в геополитическое влияние с неиспользованием милитаристского ресурса. Но вот для него эта формула, она одна из самых лучших. Он, смотрите, сейчас имеет хороший кейс в переговорах с Ираном и саудитами. Он сейчас, возможно, ну, попробует себя тоже, скажем, показать миротворцем в войне России против, скажем, Украины. Дальше он активно тоже пытается заниматься вопросом денуклеаризации. И я думаю, что он еще скажет тоже свое слово. Поэтому, ну, это не соотносится, понимаете, с этой публикацией оглавления, с теми реальными действиями, которые на сегодняшний день делает Китай. Мне кажется, что эта публикация, о которой мы говорим, она продиктована внутренней ситуацией в Соединенных Штатах Америки, республиканцами, которые говорят, что, слушайте, вот там наш главный конкурент, а не, скажем, Россия. И вот поэтому это, скажем, дало толчок к тому, что появилась эта публикация и, скажем, эта тема. Подводя итоги, в общем, выборы в Соединенных Штатах. Ну, в принципе, да. В большей степени это играет именно роль. Поскольку, опять же, я читал статью, я не понял вывода, понимаете? Там много чего, всякого набросано, такой, скажи, винегрет, там какие-то заявления и так далее, а какого-то вывода даже в том, что вот там Китай когда-то нападет, да, или вот, значит, он готовится к чему-то там, даже, ну, такого и близко там нету. Хорошо, а Китай не военное государство, Китай миротворец. Как они могут помирить Россию и Украину? Ведь мы понимаем, что мы согласны только на одни условия. Идите с нашей земли в солому чухаться. А смотрите, Китай будет делать хитро. Значит, он заявил, в принципе, один из немногих государств, скажем, первого эшелона, да, скажем так, значит, о том, что вот, смотрите, мы имеем план, да, можем говорить, там, плохой, хороший, там, да, что-то нравится, что-то не нравится, но мы предъявили и сказали, что мы, вот, скажем, за мир. Это идет, скажем, в разрез с общими заявлениями там, Европы, США, что мы будем с Украиной сколько нужно поставлять вооружение, мы должны, значит, дать, значит, отпор. Это хорошо, скажем, для нас, да, ну, в целом, вот именно в риторике. И он подождет, он посмотрит, куда шатнется вот эта вот шалька-Терзив. И потом в нужный момент он просто может надавить на Россию, учитывая ту зависимость, которая есть, и сказать, значит, так, выводите войска, или там еще что-то делаете, и скажет, вот смотрите, мы молодцы. А на самом деле, ну, грубо говоря, к этому уже шло, он просто в нужный момент попытается вклиниться и поставить там точку и немножко, скажем, сделать более быстрым тот процесс, который для России неминуем. Ну хорошо, выводите войска, иначе что? Разное может быть. Не будем, санкции введем, прекратим торговлю. Там много чего на самом деле. То есть тут вариантов может быть много. То есть Россия зависима очень. Товары не будем поставлять даже. Они же поставляют, ну, двойное назначение нет, но очень много товаров, без которых жизнь в России, ну, она станет очень сложной. Вот, поэтому... или, кстати, займут жесткую позицию по тому ООН, по Радбезу, скажут, а мы вот так вот там проголосуем или вообще поддержим вопрос вашего исключения. Ну, то есть тут много может быть вариантов. Просто Китай подождет удобные случаи и посмотрит, как ему лучше будет в этом, скажем, действовать. А потом скажет, ну, смотрите, мы же вот предлагали, вот мы же, скажем, активно начали этим заниматься, и вот он, скажем, результат. То есть таком, по-хитрому. Давайте поговорим о соседней стране, о Северной Корее. Вроде как она готова помочь оружием и людьми в обмен на продовольствие. Как оцениваете такую возможность вообще? Ну, смотрите, помощь Северной Корее, она не будет решающей. Вообще она не будет серьезной. Ну, они смогут передать, что, баллистические ракеты, ну, у России у самих у них есть. Ракеты другие, которые там они производят, но у них же проблемы с носителями. То есть они имеют, допустим,
ядерный заряд, а с ракетами, ну, скажем, да, они немножко продвигаются, но вряд ли у них какой-то серьезный там есть потенциал, и предоставить они что-то там России серьезное. Там беспилотники они не делают, технологические какие-то вещи тоже нет. Ну, советское еще вооружение, но окей, мы же видели, они там в Крым уже заводят, да, там с какие-то Т-12, по-моему, ну, эти пушки. Пушки, да, Вот, да. сталинских времен. Сталинских еще времен. Поэтому это не будет серьезная какая-то помощь. А Северной Корее, конечно, нужно. Они почти каждый год они на грани голода из-за как раз своего этого милитаризма такого. Вот. Но Россия вряд ли там сильно чем-то может помочь. Ну, точнее, могут. Ладно, хорошо, продовольствие. Во-первых, они сперли в Украине еще много продовольствия. Давайте тоже об этом не будем забывать. Но вот именно, чтобы Северная Корея им как-то решающе помогла, ну нет, такого точно, скажем, нет. Поэтому я бы этого на самом деле не боялся. Вот если бы Китай вписался, вот это да, это, скажем, оно бы очень удлинило, скажем, процесс нашей победы и было бы для нас неприятно. Но Китай этого делать не будет. Иран все, что мог, он сделал по шахедам, по ракетам. Мы же видим, как это сошло, ну, на нет, эта вся история, да. Я надеюсь, что она так как бы сохранится. Ну, поэтому Северная Корея, я бы сказал так, что это самая безобидная страна в вопросе поддержки, скажем, Российской Федерации. Давайте заканчивать наше интервью, ответим на второй блиц от наших зрителей. И вот первый вопрос. Финляндия уже в НАТО. Будет ли превентивный удар или уже поздно? Уже поздно, ничего не будет. И, скажем, спасибо, опять же, в кавычках я говорю, это Путину. Путин просто проиграл свою главную геополитическую линию. Это не допустить расширения НАТО. К сожалению, россияне, они настолько болванины, что не могут увидеть очевидную вещь, проигрыш, скажем, Путина в его главной цели, которую он озвучивал до этого. То есть ради того, что он начал войну, ради этого, да, оно пришло само, потому что война началась. Да, все верно. Лучше и не скажешь. В Гудермесе неизвестные обстреляли здание РОВД. Это начало? Рамзан слабеет и сдает? Смотрите, значит, такие инциденты, они не поодиноки. На самом деле, в Чечне, в Ингушетии тоже, они происходят время от времени. Причины разные. Но Рамзан, он, скажем так, пока не слабеет, но он может поменять свою ориентацию. Поскольку сейчас он Вдруг ориентирован... стать очень независимым, да? Ну Или... да, попытаться, да, скажем, сыграть в эту игру, но мне кажется, что человек, который прошел воевать против своего народа и сделал его, ну скажем, ну не рабом, наверное, да, но очень зависимо от Российской Федерации, от агрессора, который приходил и убивал их, вряд ли его что-то хорошее ждет в ситуации, когда он потеряет поддержку Путина. Кто захочет вписаться за Кадырова, ну, он, может, возлагает надежды, что там шейхи ему помогут. Но я очень в этом сомневаюсь. Ну, разве что приютят его там и будут, скажем, брать плату, мзду, да, за пребывание на их территории. Это максимум, на что он может рассчитывать. А недовольство Кадыровым, конечно же, оно есть. Хоть он пытается как-то охранять своих кадыровцев, в основном в ТикТок их там отправлять, но все равно ничего не забыто для Кадырова. Ну, мы же знаем, что шарик он круглый, поэтому ничего хорошего его не ждет. Запад стал смелее по отношению к России. Почему? Благодаря Украине, благодаря нашим вооруженным силам, благодаря тому, что, несмотря на все прогнозы, мы, скажем, выстояли и продолжаем дальше успешно действовать против а-ля второй армии мира. И это поменяло их логику и понимание, скажем, ситуации. И да, это дало им больше смелости. Путин не боится, что сидя постоянно в бункере, он просто оставляет власть без присмотра. Ну, пока, может, не очень бы, хотя он параноик. Много кто об этом говорит, я тоже это много там читаю, с окружения, что он прям там всех меняет, чтобы его там, не дай Боже, там не отравили как-то, не это. Вот. Но я думаю, что он связь с реальностью немножко теряет и оставляет люфт для подготовки дворцовых переворотов. Вот с этим, да, можно согласиться. То есть он сам себя, не себя, а сам окружение свое подталкивает к тому, что кто-то все-таки возьмется за табакерку. Да, но мы же помним этот разговор этого Пригожина, Пригожина, да? да, с этим, с Ахматовым, Ахметовым. Ахмедовым.
Нахмедовым, да. Ну, я думаю, это отображает то, о чем думает, скажем, условная элита и истеблишмент, скажем, Российской Федерации, то, как она оценивает Путина. И мне кажется, что им просто нужен триггер определенный, знаете, такой вот толчок к действию. Мы же понимаем, да, что Российская Федерация – это абсолютно репрессивный такой аппарат, который формировался десятилетиями, и там любое некое мысли, да, или подготовку к чему-то, оно, скажем, пресекается. Но вот если будет уже ситуация, которая показывает то, что все уже полное же, вот, то ну, некуда деваться. Либо ты сохраняешь, скажем, себя и идешь уже на какие-то действия против, скажем, Путина, ну, либо тебя ждет такая же судьба, как и его. Путин сделал Россию слабее. Получается, что он предатель. Да, я давно, кстати, говорил о том, что мне кажется, вообще Путин это глубоко законспирированный агент Запада, не знаю, британской, возможно, разведки, там, или Соединенных Штатов Америки. Ну, все, что он сделал, он все настолько ослабил, скажем, Российскую Федерацию, он обнулил все те возможности, которые открывались Российской Федерации с построения Северного потока-2. А даже смотрите, в геополитическом пространстве, если бы Путин не напал на Украину и не обосрался, извините, пожалуйста, вот, расширение бы НАТО точно бы не произошло, консолидации Запада тоже бы не произошло, консолидации Европе даже произошло. Но если они уже Венгрию внесли в список недружественных стран, я думаю, многое это, скажем, о чем говорит. Поэтому, ну, все его действия – это просто игра против, скажем, собственной страны и против собственного народа. Поэтому либо он имбецил, вот, не понимает, не видит этого, либо он просто у него такая задача, вот, дали ему, как агенту, знаете, вот проснулся, спящий агент, да, ты вроде как работал в одну сторону, потом хоп, и сделал все для того, чтобы получить совсем другой результат. Ну, мы пожелаем Путину то, что пожелал ему Зеленский, и Да. побыстрее. Большое спасибо, Игорь, за сегодняшнее интервью. Очень Спасибо вам. интересная аналитика. Хорошего дня и ждем победы Украины. Спасибо взаимно.